Ребят, всем привет. Привет уважаемым подписчикам, которые пишут мне адекватные, дружественные комментарии. Всегда вам рад. И вас большинство, 98-99% из моих подписчиков. Естественно, те, которые пытаются меня клевать и так далее, тех я удаляю, их комментарии удаляю, которые там пытаются что-то написать. Ребят, у каждого своя жизнь. Я семейный человек. И кто семейный человек, прекрасно понимает, что самое дорогое для него в жизни – это его семья. Согласны? Поэтому говорю прямо, я вывез свою семью в Германию. Я в Германии. Латвия – это мы через Латвию проезжали. Ну, большинство написали, ну, практически все, скажем так, написали адекватно. Все желают, чтобы мы здесь обустроились и так далее. Все нормально было. Ну, есть пару сообщений, которые пишут, что ты такой-такой, ты сбежал. Мы за тебя, чуть ли не за тебя тут воюем. Извиняюсь. Был бы я без семьи, без детей, неизвестно, где бы я был. И что у меня в голове творится, никто не знает. Поэтому судить по ком-то, или по себе, или просто завидовать, я не знаю, это несправедливо. Ну а так вообще ко всем остальным, к адекватным людям вопрос. Понятно, что до гаража я доберусь не скоро. И именно моя рубрика «Гаражные темы», наверное, не знаю, когда появится, возобновится ли она. В данный момент единственное средство к существованию, единственный заработок у меня на Ютубе. Ну, тот, кто занимается Ютубом, знает, что заработком его назвать смешно, очень смешно. Особенно после 24 февраля это все рухнуло. И на той территории, где я был, это не работало. Сейчас оно начало по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, если кому-то интересно, сейчас у меня $61-63 за 28 дней. Ну, много это или мало, судить вам. Скажем так, на хлебушек, на булочку какую-то уже есть. И что не может не радовать. Поэтому сейчас единственное средство к существованию, ну, да, понятно, какая-то денежка есть, кое-что с собой взяли. Ну, в любом случае, на месте стоять никак не вариант. Поэтому и веду свой блог. Продолжаю вести, к сожалению, да, так как он основывался для того, чтобы записывать видео по ремонту, скажем так. Все вот эти обучающие, ну, в большинстве случаев это обучающие видосы и так далее. То есть их сейчас пока не будет. Пока что я был временно на другой территории. Я там тоже работал. Там кое-какие видосики вам записал. Но это буквально там сколько, 2-3 видоса было и все. Сейчас же я не работаю, потому как поехали далее. Значит, что? Вопрос такой. Писать ли вам, скажем так, мою жизнь? Интересно это или нет? Ну, прекрасно понимаю, что те люди, которые прям совсем-совсем со мной тут постоянно, каждый видос мой смотрят, вам интересно. Да, спасибо вам за это. Уже предвижу ваши комментарии. Но те, кто, собственно говоря, подписался за ту или иную модель, за ту или иную работу по данной модели, либо вообще кому это интересно, конечно, как я помню, влоги мои, скажем так, отдыхи и так далее, просмотры единичные. Но в любом случае, наверное, буду что-то писать. Старые видосы по-любому никто не отменял. Они будут потихонечку работать. Конечно, лучше обновлять их. Но по возможности что-то буду тут ломать что-то. Может, вот обзор своей машинки сделаю. Тут вот находимся сейчас в Гендельфингене. Ой, Зиндельфинген, извиняюсь. Зиндельфинген. Это город, где собирают мерседесы. Поэтому здесь очень много мерседесов и опять мерседесов. Смартики. Вот, кстати, лежит алюминиевый такой щит. Мы здесь уже неделю. Он как лежал, так и лежит. Никто его не трогает. Также там сливневки, металлические щиты. Тоже, я смотрю, их никто здесь не трогает. То есть это здесь людям не интересно, как, допустим, мы привыкли. Что чуть что, надо сразу тянуть.
Живем мы пока в лагере, потому как добрались сюда поздновато. Вот они, вот эти здания, это выставочный зал. Вот, в частности, наш корпус, он там, за зеленью. Мы здесь находимся неделю. Распределят, поедем дальше. Ну, по крайней мере, это сейчас юго-запад Германии. Куда дальше? Чего дальше, не знаю. Пока что планируем оставаться здесь. Ну, как оно судьба повернет, понимаете, никто не может знать. Поэтому, ребят, кто там не очень доволен моими видосами, попрошу вас, ну, якобы не выражаться. Наверное, выражусь по-другому. Ну, простите тогда, что так вам неприятно. Удалитесь, пожалуйста, с моего канала и не смотрите. Хотя я могу по-другому ответить. Ну, не хочется выражаться, ладно. Ну все, ребят, тогда до скорой встречи. Жду от вас комментариев. Интересные вам виды тут, допустим, записи, ну, не с регистратора, с телефона, что мы тут пишем, вообще как страна и так далее. Может быть, потихоньку у меня канал разделится на две части. Скажем так, блоги, жизнь в Германии и так далее. Может, кому интересно, за оформление буду, когда сам узнаю, за оформление вам опишу, как, в какой последовательности здесь все это делается. Ну, я так думаю, много кто с Украины, да и не только с Украины, уже здесь, и много людей, которые здесь уже гораздо раньше нас, и уже давно оформлены, уже давно с жильем и так далее. Кстати, вам, моим знакомым, которые здесь, тоже привет большой. Андрюха в Бонне, проезжали, место тоже классное. В следующем видосе выставлю. Так что, ребят, наверное, на этом все. Пишите. Может, и появится время на комментарии на ваши отвечать. Наконец-то. Уже не отмажусь. Ну, в общем, как-то так. Все, а те, кто будут банально всякую чушь писать, банально буду удалять. Все, цените свою жизнь. Говорю абсолютно всем. Всем здоровья, добра, мира. Прежде всего, мира. Ну и все. До скорых встреч. Всем пока.